Всем привет! Делаю котлетки. Здесь у меня куриная грудка, нарезанная мелким кубиком. Здесь кабачки, натертые на терке. Посолила я, чтобы они выпустили сок. Сейчас отожму, положу сюда же. И жареный лучок, чтобы были котлетки помягче и лук прожарился. 1,5 луковицы большие положила для сочности. Вот смотрите, мясо практически столько же, сколько кабачков. Или кабачков столько же, сколько мяса. Вот уже они такие влажные. Поджала кабачки, соль, с учетом того, что кабачки соленые, и перец. Все перемешиваем. Все поставила сковороду, налила масло. И прям ложкой будем выкладывать. Не очень толстенькие и не очень худенькие. Можно удлиненные делать. Так, жарить буду на небольшом огне, чтобы они успели прожариться, чтобы мясо успело приготовиться. Чуть обжарила на маленьком огне, сейчас побольше сделала, чтобы чуть-чуть прихватилось снизу, красиво поджарилось. Так далее. Потом хотела эти котлетки сложить и еще протушить, но попробовала, оказывается, необходимости в этом нет. Хорошо мясо прожарилось, и благодаря тому, что лук уже жареный, они не хрустят. Очень вкусные котлетки. Рекомендую.